А падение может быть до какой, до какого уровня? До какого уровня? Ну, смотри, сейчас самый ближайший уровень по именно самый там сильный, это около 40 тысяч, 40-50 тысяч. Ой-ой-ой. Ниже может упасть в теории, если придет какой-то черный лебедь, ну, черный лебедь, угу, какой-то там необычная, очень плохой, плохая ситуация какая-то, например, война, либо коронавирус. Угу. Вот, но пока такого не, ну, это нельзя спрогнозировать, поэтому не буду об этом говорить. Сейчас там 40-50 тысяч, самый лучший уровень. Get up, get on up, get up. Тяжелейшая у нас сейчас ситуация, экстренный выпуск. Слава богу, в эфире к нам пожаловал генеральный диджей радио «Биткоин» Александр Нострадамович. Сейчас он расскажет, как все будет плохо, я так понимаю. Потому что биток льется и, в общем, не весело. Так, ну, первый пункт — это про то, что прошлые инвесторы в крипту, они начинают понимать, что получили слишком много прибыли за последние там пару лет, и начинают переводить свои битки с кошельков на бирже. И у них там иксов очень много. Допустим, вчера человек перевел 8 тысяч биткоинов, это 500 миллионов долларов, это достаточно большой объем денег, и рынок его не сможет впитать без падения, соответственно. Угу. Второй пункт — это про тот же BlackRock, который выкупает биток, и все говорят, что это хорошо, потому что актив уходит с рынка, его дефицит, дефицитность повышается, но не забывайте, что через ETF сам биток можно шортить, то есть ставить на его понижение. Угу. А как мы видим по этому рынку, манипулировать им очень легко, и, соответственно, выкупив большой объем этого битка, ты можешь просто поставить шорт и выпустить новость, просто слить по рынку свои огромные объемы этого битка, потому что, смотрите, блин, 8 тысяч пролило биток, образно говоря, то есть новость о том, что 8 тысяч биткоинов, 500 миллионов залили на рынок, пролило биток там на 1003 вроде. А представьте, что будет, когда BlackRock со своими 17 миллиардами долларов такой скажет: а мы продаем свои битки, одновременно выставляя шорт. Очевидно, рынок польется вниз, их шорт будет в плюсе, и они заработают. Они даже могут не продавать. Они могут продать там буквально там пару тысяч. Люди офигеют, увидят, что они действительно продают. Все в панике пойдут тоже продавать. И на этом падении, то есть будет опять же каскад просто падений, одни падения будут триггерить другие падения. И опять же, свеча вниз, эти на шорте заработали, люди свои активы потеряли. А потом после этого падения BlackRock опять все просто довыкупит и поднимет цену. Значит, получается, нужно срочно выходить отсюда. Нужно просто быть готовым ко всему и даже к падению. А падение может быть до какой? До какого уровня? До какого уровня? Ну, смотри, сейчас самый ближайший уровень по именно самый там сильный, это около 40 тысяч, 40-50 тысяч. Ой-ой-ой. Ниже может упасть в теории, если придет какой-то черный лебедь, ну, черный лебедь, угу, какой-то там необычная, очень плохой, плохая ситуация какая-то, например, война, либо коронавирус. Угу. Вот, но пока такого не, ну, это нельзя спрогнозировать, поэтому не буду об этом говорить. Сейчас там 40-50 тысяч, самый лучший уровень.